Игумен Афанасий скромно говорит о себе, что он не художник и не поэт, а после каждого прочитанного стихотворения отмечает, насколько его стихи простые и как будто ничем не примечательные, но в библиотеку Маяковского на его творческий вечер пришли неравнодушные люди, для которых творчество отца Афанасия откликается в сердце. В новом двухтомном собрании поэтических произведений «Не о Христе, а со Христом» автор представил стихи на библейские темы о святых, о родине и природе. Сгущались сумерки, копели по апрелю, кружилось кружево проросшего чуть-чуть. Еще вчера под Рождество метели, сегодня Пасха счастьем ширит грудь. Сейчас и завтра времена любые, где кистеухой рыси, рысканье и рык, уйдет, как прежде, страница и Россия. В начале творческого вечера перед зрителями выступили учащиеся Саровской православной гимназии с литературно-музыкальной композицией по биографии и стихам игумена Афанасия. А после рассказ ребят подхватил и сам отец Афанасий. Он рассказал гостям об интересных моментах своей биографии и о творческом пути. Ну и, конечно, прочитал стихи. Сначала взяли текст и стали его учить, разучивать и как бы... Проигрывать всякие этюды, и потом все это объединили и подготовили презентацию для Афанасия Тихонова. Мы дружим с отцом Афанасием, и моя семья, потому что отец Афанасий служит в деревне, в которой живет моя прабабушка. А именно с гимназией отец Афанасий дружит с директором моей гимназии, и он решил подарить выставку картин, и... В честь этого наш директор решил сделать подарок отцу Афанасию и выпустил книгу. В конце творческой встречи отец Афанасий подарил и подписал всем гостям свои книги. Также новый сборник и каталог своих картин автор передал библиотеке имени Маяковского. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.